Всем привет, с вами Алексей Гончаров. Есть две ненужные вещи. Одна такая зажигалка Франкенштейн, которая расплавила все. Но этот Франкенштейн работает, несмотря на то, что он Франкенштейн. Но есть и такая зажигалка, в которой ничего не расплавилось, но сдох пьезоэлемент. То есть не шваркает, не зажигается. Ну, как бы, можно выкинуть, конечно. Но можно попытаться из двух сделать одну. Из двух ненужных вещей, из двух поломанных, которые можно выбрать, можно попробовать сделать одну рабочую. Что сейчас я попытаюсь сделать. Сначала хотел сделать сам, а потом думаю, у меня же есть камера, чтоб не попробовать записать видео. Контент, правильно? Короче, вот здесь откручу винтик, чтобы вытащить саму зажигалку из корпуса. Так, это есть. Открываем и вынимаем. Все, сама зажигалка извлеклась. Вот это колечко пластиковое. Тоже снимаем. Пока за ненадобностью. Теперь извлекаем этот самый пьезоэлемент из Франкенштейна. То есть проводок вынимаем. Вот здесь есть такая крохотная дырдочка, куда он вставлялся. Ну и все, элемент извлечен. Значит, если извлекли, не пытайтесь вот так вот нажимать, вас шваркнет разрядом, который вырабатывает пьезоэлемент. Так, ну и теперь здесь. Значит, здесь есть вот такой штифтик, который держит горелку на корпусе. Его надо вытащить. Вот он сам уже. Вот он, вынулся. Теперь можно горелку снять. Все, горелка снята. Единственный момент, что здесь есть трубочка, которая подает газ. Эту трубочку надо будет потом обязательно сюда одеть, иначе горелка не будет работать. Ну и все. Теперь можно извлечь неработающий пьезоэлемент. Ну, все, там даже толком не нажимается. Вот. Так, эта прокладочка была снизу, на донышке, от только ведущей этой частью. То есть вот шайбочка, внутри там лежит. И только ведущая часть. Так, вставляем хороший пьезоэлемент. Вставили. Теперь нужно подвести. Ну, то есть электрическую часть горелки. И пробуем собирать, вставлять. Самое главное, смотрим, чтобы оделась трубочка. Так, трубочка оделась. Можно проверить. Так, сейчас свет выключу. Он шваркает, но куда-то не туда. Значит, нужно найти, куда шваркает. Чтобы шваркала искра туда, куда надо. Так. Чуть-чуть больше подогну, вот так. Или может наоборот. Так, оно сейчас тянуть, я посмотрю. Смотрим. Думаю, вам видно пламя. Осталось вставить ручку, зафиксировать, так сказать, горелку на теле зажигалки. Ощущение, что... О, зашла. Зашла. Кажись. Да, зашла. Во. То есть здесь. Здесь зашла. Ну, просто упиралась. Смотрим. Так, сейчас попробую выключить фонарик.
все, осталось собрать зажигалку в корпус. Так. Нет, вот так она должна быть. И вот эта центрирующая шайба. Ну, то есть, она немножко с конусом, по-моему. В общем, чтобы она фиксировала в верхней части зажигалку в корпусе. То есть, все не болтается. Ну и теперь можно закручивать. Кстати, не думайте, что мне нужна зажигалка для того, чтобы курить. Я не курю. И вам не советую. Но для технических целей такая зажигалка очень полезная вещь. Смотрим. Ну, думаю, видно. Пламя не видно. Вспышка работает. Ну, зажигается. Так видно, что спираль раскаляется. Жар от нее хороший. Турбозажигалка. Полезная вещь. Когда-нибудь руки дойдут, буду с ее помощью ремонтировать светодиодные лампы. Так что выпаивать светодиоды. Так что, если хотите увидеть это видео, жмакайте на этот самый кнопку подписаться, на колокольчик, чтобы стал серый. Тогда точно не пропустите, увидите видео одним из первых. Все. Вот так из двух вещей, которые можно было выкинуть, можно сделать одну, которая работает. Кому было полезно такое видео, ставьте лайк, покажите видео друзьям, поделитесь ссылочкой на видео. Подписывайтесь на канал, пишите комментарии, что думаете по этому поводу. Только без матов, без оскорблений, чтобы я вас не банил. Всем спасибо, что смотрели. С вами был Алексей Гончаров. Исправных вам зажигалок, крепкого здоровья, отсутствия вредных привычек. Спасибо, что смотрели. До новых встреч. Пока-пока.